Все, друзья, пошли на сансет, на сансет. А? Не знаю, не знаю, как теперь она. Мы собирались с ней на ужин потом сходить. Но придет или нет? Тогда лапу высуну. Маникюр покажи. Покажи маникюр у Молечки. Скажи, мы завтра будем маникюрить, педикюрить. Шеллак. Ребята, наращивать. Коровы больше слева вот там вот гуляют. К нам сюда редко приходят. Что вы им там приготовили? Бананки. Бананки. Бананы, хлеб. Ну там булочка недоеденная. А. Тут как-то нет. У нас тоже булочки. Может, вечером придут. Ну да. Моли царское место. Все это привычные места. Тут будет сидеть ее нянька. Саши придет. Ну что, фильм про море, фильм про закат. Да. Надо было изначально не давать ни разу, чтобы... Студенты. Руссо-туриста. Ну да, даже без по-русски. А у них уже в крови, видишь, не надо ничего делать. Ну а как вот ходит там, который такой, на костыле? Ну все. Опять с кем-то тормознул. Я уже камеру достала мужа фотографировать. А он поболтать. Ой! That man who do exercise every day? She said with me, how are you? Where your Russian lady? I said, my Gina. Yeah, no, Gina. Это мужчина, который каждый день занимался упражнениями там со стулом. Он говорит, а где твоя русская женщина? Он говорит, это моя жена. Он говорит, такой удивился, мой жена. А he from which country? I know. Они поздоровались, пошейкались, вот так. Russian? Магазин побежал. Я сейчас ей наш пляж скину. This is the design. Style. It's
when I'm running, I know my money is hard working money. You know what? Get out in the pit where it? I put yesterday. Our both that's are it. It's last. Yeah. It couldn't be cloudy. Wow. When I was walking there, it was full. I saw. 4 minutes ago. Oh, baby. Да. This woman said there is not any other test. Only this test is enough. Mm-hmm. I thought maybe in Delhi, you know, again. She always changing the rules. They are always Baby. Папе на радость. Look at my shoe. Ну хорошо, побрился. Зерна не сбивают. I hope she tells them, I don't want to go to Russia, I want to be in India. Warm weather. Так, ну все. Пока-пока, давай, пока-пока. Шапочку купила, очечки купила. Сколько градусов? Почему я замерзла? 30? Ну, ветер, значит, холодный, я мерзну. Я замерзла, 30 градусов. Шоткат. Ага, он оттуда раз... И появился мальчик. Сейчас, я только одену кофточку, я с вами пойду. А ребятки подъедут на байке потом. Какой-то кубок везут и кричат. Что-то, видать, выиграли. Да. О, симпатичная блузочка. Ты здесь что-то покупала? Именно вот эти, то, что я тебе сегодня... А, все свои наряды? Вот это, светленькую другую блузочку, это здесь. Красота, неземная. Байкур, No, by courier possible, but... Courier possible, I know. No, not big. It's okay. А, вот такие, да, у сегодня? Ну, у нее за сколько она другое. Купила? За 250, она да? За 200, по-моему, а я по 150 взяла. У меня вот такие вот девочки. Отлично. Ну, они приятные. Ну, это такие панталонес. Панталонес. Ну, она мне как раз сказала, говорит, вы с Илоной... Сейчас, пусти кому говорю. Вы с Илоной там рассматривали платье и вот такие панталоны, говорит... Я захотела, и мне захотелось такие панталоны. Но мы же их смотрели в Хампе, а она уже видела на видео. Да. Мама, наш с тобой шопинг. Пошли туда, в Кинари поближе. У нас завтра Илона улетает. И сегодня... Прощальный ужин в Кинаре. Good evening. Good evening. Привет. Намасте. Пошли сюда наверх. Нормально. Пошли. Нудлс. Мы еще ни разу не заказывали нудлс. Нет, почему заказывали? Чили, гарлик, нудлс. Где? А мне кажется, нудл вы ели в Хампе. Кто-то из вас ел нудл в Хампе. Кристина, Саша ели, заказывали, да, в кафешке. Когда экскурсия была, вот это тоже, по-моему, было что-то такое. I think both called. Это it's not for us. Not for us. Окей. Такие все уже. Даша. Ты налила хоть воды-то туда? Пустой чашкой будешь, да? Так, Илона, мы тебе желаем хорошего полета. Радости, здоровья.
чтобы не грустить, как сегодня Саша прислал сообщение. О боже, что он там написал-то, что я в Москве, смотреть очень-очень все грустно и уныло. Я надеюсь, что у тебя там все радостно, весело, замечательно. Пришли нам потом фоточки, присылай. И мы очень рады, спасибо, что подошла к нам, спасибо, что познакомилась. Спасибо, вот. Взаимно. Покупайте камеру. И, кстати, мы тебе желаем открыть каналчик. Будем дружить каналами, все. Думать, что ли? Ура. Да, хватит болтать, короче. А, ну да. Мысленно с вами. Мы мысленно с вами. Thank you very much. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну теперь, да, теперь ты с полным стаканом минералки, газировки. Royal Life. Что это, листик? А можно как и веер использовать. Ну-ка, вся. Это платьице у тебя симпатично? Да, ну вроде закрыла, нет? Не-не, закрыла. Я не про то, вообще симпатично. Я люблю такие, знаешь, вот не вычурные, но они такие все равно. Расцветка спокойненькая. Да, да, ломкаешь. Чудо. И есть не хочет, и бросить неудобно. Она держит во рту просто. Держит во рту картофельную картошку фри. Или выплюнили, съешь, да? Ну, выплюнула. Ну, нет, ладно. Ради уважения. Ладно, я пожую. И смотрит так на тебя. Да, ну ты же мне дала, видишь. Пожую. Мне нравится. Слушай, ну чудеса просто. Гоби манчурин и рис. Молли смотрится. А что там, похожее на курицу? Что же вы там носите-то мимо моего носа-то? Попробую. Цветная капуста в кляре и в соусе. We have not plate. Вот это чашечка. Ну, да, мы тут принесли макарончик. Прикольно. Да, да, прикольно. Попробуем, красивое. Окей, Джим, палак чиз for me. Совсем мало. Какой найс. Очень найс. Какой найс. Момос. Палак чиз. Спасибо, thank you. Так, берите, кому надо пробовать. Илона, бери. Один, пробуй один. Пробуй, тоже один. Соуса. Советую соевый. Да ну, ты что-то сделал? Момо, называется момо. С паниром, нет, не с паниром, со шпинатом и с сыром. А сыр не знаю какой, может и панир. Что? Она хочет, так, чтобы Молли. Ей с выносом. Молли. С руки кормили. Молли. Не, ну бля. Ну давай я. Слушай. Алло. Она на меня смотрит, может ей другие слуги нужны теперь. Это же с курочкой, мамо. Игры наелась. Картошки наелась. Воля. Бэби. А чего она подбирает? Смотри. Воля. Нюхай, нюхай. А-а-а. Пойдем. Блин. Такое. Симпатичный, хорошенький. Каку? Спасибо. Thank you very much. Very tasty. Спасибо. Кать, бери ее, наверное. Да, сейчас не дорогу. Ой. Честно, не верю. Оставайся. Да. Как? Сожги паспорт. Как? Да. Попроси убежище. Да, как люди делают. Ага. А потом? Ну, потом. Блэклист. Просить посольство о помощи. Через пару лет нищенства. Нет. Сайбаба говорил, не нарушайте законы государства, ни своего, ни чужих. Действуем все по закону, по правилам. Да, увидимся. Ну да, увидимся утром.
давай. We are very free here. Еще раз, рада была знакомству. Very much. We are very free here. We are free. Thank you very much. Welcome. Ребята, с вами уже совсем, наверное, похоже. Мы-то еще увидимся. Очень приятно было. Очень приятно было. Ну, мы на связи, телефончиками махнулись. Спасибо большое. Вдруг проездом будем. Запросто. Запросто. Не стесняйтесь. Да. Жизнь такая, никогда не знаешь, куда занесет. Олечка. Молечко. Как будто и не она сейчас там лаяла прямо сурово на местную собачку. Ну все, давайте, ребят, спасибо за компанию. Очень приятно посидели. Отличный ужин. Отличный. Только very much, как всегда. Ну когда же мы уже научимся есть нормально? Безо всяких вот этих вот. Аккуратно так. Ребятки, еще не уехали? Привет из Казахстана. О, привет. А как вы прилетели? На... Ну, через Алмату. На чартерном? На чартерном рейсе, да. На сколько? На 14 дней. Давно? Вот второй день сегодня. Здорово. Вы не первый раз тут? Мы третий раз уже. Угу, отлично. Ну, привет, рады вас видеть. Как у вас нормально там сейчас уже? Все устаканилось? У нас нормально, после отлично, 5 числа? Да, ага, хорошо. Как вас зовут? Меня Тельман зовут. Тельман. Да, ой, да. Как красиво. Лаура, о боже, какие nice красивые имена. Давайте, ну, ребят, еще увидимся, значит. Ага, хороший. Тельман. 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 Да, and Лаура. Ну, увидимся, давайте, счастливо, пока, хорошего отдыха. Уже и байк арендовали сразу, какие вот вы молодцы. Мы 4 месяца тут, а у нас еще байка нету. А что же вы так? Мы все еще боимся, еще не готовы. Давай, давай. Пойдем в дом. Пойдем. Пойдем в дом. О, как хорошо. Ну вот. И другие цвета у нее есть. Ну потом, ладно, сейчас устала. Потом, моя дорогая. Гламурненько. Абра. Хай. Привет. Абра, роди хате. Ача, хана каке ай? Синара, синара. Синара. Ор саптики да? Саптики. Кёрт для котиков. Да, да. Вот здесь тоже покупаем. Каждый день они по пачке выпивают. Ну, могут и по 3, наверное. Но даем мы им одну пачку. How much one cured? Thank you, brother. Thank you. 35. 35 рупий one cured, да? 35 рупий один cured. Так, ну сейчас вам кёрда положим и все. Вискас есть. They whisk, have whiskas, I will give them cured. Yeah, yeah. Так, ну давайте. Чуть-чуть ням-ням. Ну все, друзья. Счастья вам, здоровья, добра и процветания. Хороших друзей, радости, хорошего здоровья, хорошего иммунитета. Пусть сбываются ваши мечты, пусть жизнь будет ваша легкой, радостной, доброй и приносит вам постоянные хорошие, добрые сюрпризы и добрые новости. А что, ты не хочешь? Да, да, вот так.